дорогие братья и сестры, центр и средоточие нашей духовной жизни – Господь Иисус Христос, Бог, ставший человеком. Он призвал нас к Себе, в Свою божественную жизнь. Мы откликаемся на этот призыв и просим Спасителя войти в нашу жизнь. Таинство, которое соединяет нас со Христом, называется «Святое причащение», то есть буквально «участие в самом Христе, в Его жизни». Для того, чтобы подготовиться ко встрече с Господом, нужно очистить свою душу от греха постом и исповедью и подготовиться молитвенно. Для этого в церковной традиции есть последование ко святому причащению. Прочитаем его вместе. Помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтоже мя лишит, на месте злачне тама вселимя, на воде покойне воспитамя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бое пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, тамя утешиста, уготовалась и предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя яко державна, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень, в долготу дней. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем его, не повинен руками и чист сердцем, иже не прият в суе душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечная, и внидет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечная, и внидет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь сил, той есть Царь Славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело,
аз же рех в исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи вё всех, я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитвы моя Господи вё воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой, и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господня призову, молитвы моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение, и сходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасения требуя, посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ими оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, и я, когда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и внегда судить идти, себо в беззаконии их зачат есмь, и во гресех роди мя, мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отъеми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены и Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, погиб без Христу Богу, разрешему море и восставшему люди, я же святей из работы египетские, я то прославился. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щего да будет мне тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отъеми от меня.
осквернен дел и безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови, недостоин есмь Христе причащения, Его же мясо подобие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Земле благая, благословенная Богоневеста, класс прозябшая неоранный и спасительный миру, с подобием сей едущая спастися. Бога, меня веры утверди, расшири, выси уста моя на враги моя, возвеселибуся дух мой до пети, не святый Божий Бог наш, и не справеден паче тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, якода благою совестью очищен, верую прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня. Во оставление да будет ми прегрешений, пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную человека любче, и страстей, и скорбей отчуждение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, со страхом вкусите сего, и живу бытие. Спасися всего для человека, тем заботи, слава силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси, нас ради воплощся, многомилостиве, заклан бытия ковча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешение. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня. Исцели души мои и язвы, Господи, и всего освяти, и сподоби, Владыко, и я, когда причащуся тайные Твои божественные вечери, окаянный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди мя нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Света подателю и веков Творче Господи, во свете Твоей повелели настали нас, разве мы Тебе много Бога не знаем? Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Яко же предрекл Иси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, яко же обещался Иси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении и очищение оскверненной души моей, кровь Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Мать Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосудмя избранный соделай, и я, когда освящений, причащуся Сына Твоего. В бездне грехов не валяяся, не исследную милосердие Твоего призываю бездну. О, Ты, Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освяти и спаси, и тело мое, из подобия неосужденно, владыко, к страшным тайнам приступите, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоя благодати имел бы приложение, живота же утвержение, причащением святых Христе тайн Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Хлеб Христе, взяти не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь пречистых, владыко, и страшных Твоих тайн причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудре дети не послужиша, и в пламенцами поедаша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и о Россия ангел, услышася уже уст ваших молитв. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот, и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели, божественнейшее ходатайственно, едине блаже, яко дославлю Тя, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Спаса Христа, рождшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой, чистую нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Вбежь в огненную отроком еврейским снишедшего, и пламень в росу приложего Бога. Пойте, дела яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных святых Твоих Христе ныне тайн, и божественные Твоя и тайные вечери, общника быти и мне сподобие отчаянного, Боже, спаси мой, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути, во мне пребуди спаси, и аз, яко же рекл еси в Тебе, себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, трепещу приемля в огонь, да не опалюся, яко воск, яко трава, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови и брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын Бог и Господь, воплажься, Девы, нам явися, омраченная, просветите, собратья, расточенная, тем всепетую Богородицу величая. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите,
Господь, нас ради, по нам бо древле бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающееся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъеми от меня, душею и телом, да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе со Отцем и Духом, благодетелю многомилостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, яко же огонь да будет ми, и яко свет тело Твое, и кровь спаси мой причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей тернии, и всего мя просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славят, яко Тобою яви узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рожчую, сущую Богородицу, Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющий, сию Ти молитву, яко Владыце, грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Хотя ясти человече, тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть, божественную же пия кровь ко общению, первее примирися тя опечалившим, та же дерзая, таинственная брашна яждь, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом.
Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимые и невидимые Содителю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, Исо безначальный, премногие ради благости в последние дни в плоть оболкися, и распныся, и погребыся заны неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивы растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю приими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не сим достоин воззреть и на высоту славы Твоей я, прогневах Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь бо, владыко, создание Твоею руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения покаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо и мне, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моей, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей уже и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидиши храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сицы восприими, и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердися ее мне грешним, приходящим и прикасающим Тися, и яко же не возгнушался еси скверные и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оные уст и нечистших,
ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй ми и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества рожчие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего праотца восставивай, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживы восприятие, и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитьем утешителя Твоего Духа, сосуды честны, священные Твои ученики соделывай, приятелище имени, покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едине, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя все ведение и неведение и прегрешение, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боиси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, пречистого Твоего тела, и честные Твои я крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе, рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает,
и аз в нем. Умилосердись, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне в уде сех моих действуемого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, в возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия. Дашь мне дерзновенно глаголати, я же хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творите и глаголати. Согреших паче блудницы, я же уведя, где обитаешь, мира купивши, прииди дерзость мне помазать и твои нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся, слове, твои же ми подашь нозе, и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазати, а мымя слезами моими, очистимя ими слове, остави прегрешение мое, и прощение ми подашь, весь зол множество, весь из трупы моя, и язвы зриша моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое, видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть, виждь смирение мое, виждь труд мой елик, и грехи вся оставими, Боже всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо реклыси, Владыко мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, Владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодати, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, яко же зришь со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь неосужденно, да пребудешь, яко же рекл еси, со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и теплево пьюте, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, тако приими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог Тебе приходя, вем спаси, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстия
теплекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего, соделывая независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь им многожды, и якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся, трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, и якоже уба купина древле, неопальне горящий, ныне благодарною мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико ти согреши, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несен доволен, Владыка Господи, да внидиши под кров души моей я, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидиши со человеколюбием яко же еси, внидиши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния к Тебе пришедшие вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое, и елико ти от юности моя, даже до настоящего дни и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще во словесех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно росшие Тя, пречистые и присно Девы Марии, Матери Твоя, единые непостыдные надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый и хананею помиловавый и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоей коснувшися, удоб исцеления прият,
Ова же, причистие Твои нозе удержавши, разрешение грехов понеси, аз же, окаянный, все Твое тело дерзая восприятие, да не опален буду, но приими имя, яко же оные, и просвети моя душевные чувства, попаляя моя греховные вины, молитвами бессемена росшие тя и небесных сил, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби мя неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю, да не опалиши мя приобщением, огнь бо еси недостойные попаляя, но убо очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои тайные, днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече зря, огнь бо есть, недостойные попаляй, божественное тело и обожает мя, и питает, обожает дух, ум же питает, странно. Усладил меси любовью Христе и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби, далекуя, возвеличаю блаже два пришествия Твоя, во светлостях святых Твоих, како в ниду недостойный, аще бы дерзнуся в нити в чертог, одеждамя обличает, яко несть брачно, и связан, извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверну души моей, и спаси мя, яко человеколюбец. Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будут, святая сия, заеже недостойными быти, но в очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущее жизни и царствия. Мне же, еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его Господи, упование, спасение моего. Вечери Твои тайные, днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Вот мы и закончили чтение последования ко святому причащению. Готовясь ко святому таинству, проверим нашу совесть. Всех ли мы простили? Есть ли мир в нашей душе? В нашей духовной жизни все совершается по милости Божией, а не по заслугам нашим. Понимаем ли мы это? Нет ли в нас самодовольства?
Осознание своего недостоинства делает для нас возможным соединиться со Христом Спасителем. С верою и любовью приступим к Нему, чтобы стать участниками Его вечной, божественной жизни.